Приветствую всех зрителей канала Лёша Играет. Хочу закончить этот год ФФА сериалом по Beyond Earth. Всё-таки последние, не знаю, месяца полтора я только в Beyond Earth и играю. Сыграл уже очень много игр, все их записывал, но решил выбрать вот именно эту игру, где я играл за Полистралию, потому что здесь много, она такая разнообразная, то есть вы увидите и мирное развитие, и войну, и неожиданную развязку. То есть все довольно необычно. Надеюсь, успею выложить до конца года. Во всяком случае, примерно так у меня это все запланировано. И уже в начале следующего года будет ЦИВА. На этот раз мы играем в ФФА на пятерых. Вот так собрались. Среди моих соперников уже знакомые вам Кецаль и Мастер, а также новички Камрад Гео и Тортл. Более камерная обстановка, но никак это на динамику игры не повлияло. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Если вы смотрите видео не в день выхода, то переходите по ссылке в правом верхнем углу, белая кнопочка с буквочкой I, там будет ссылка на весь плейлист и можете посмотреть весь сериал полностью. Ну а на этом все, приятного вам просмотра. Так, массовое производство, авианосец, литейный завод, отличненько, и купол, собственно. Блин, у меня во Фриленде поднимается, надо будет из Магана перекинуть обратно во Фриленд все-таки. Так, ракетная батарея тут готова. Блин, все так хочется построить. Так, фармацевтическая лаборатория. Купол мне надо где-нибудь построить. Камрад отправил предложение. Блин, три науки о стратегических ресурсах. Это вот он с китайцем. Я ничего не отправил. Я тебе отправил. Чё так? Ну ты и так много науки получаешь с Корованов. Ну, соглашение у меня купил на наук. Ну с корейцем же ты заключил соглашение. Ну да, я на науку взял. То же самое, просто вижу, сколько у него стратегических ресурсов, и у него три науки с каждого стратегического ресурса идет. И он точно так же науку получает с моих караванов, как и я.
Я вообще, по-моему, Не близко каждый. ничего не заключал. Не, я с тобой заключал. Так, в моей вот. Ну, кстати, мастера больше науки сейчас более, чем у всех. Нет, не со мной. Да, я просто, я вижу полностью территорию мастера, и я смотрю, у него стратегический, у него каждый стратегический ресурс дает 3 науки. Каждый. На самом деле, ну, так, китайцы, я думаю, тебе нужно отменить это соглашение. И ни с кем его не заключать. Это ж слишком имбово, они так слишком отжираются, по-моему. Тебе не кажется? Да, блин, плюс два культуры дало. Да уж. Я, кстати, ну, торговых путей не отправляю, по-моему. У меня только один торговый путь, по-моему, отправлен к другому игроку. Да, один торговый путь, и все. Да, но ты-то с моих торговых путей получаешь науку. Да, по-любому посмотрю. Нифига себе. Ну, ты прям не жалеешь меня. Да, прилично идет. Я говорю, что на данный момент больше всего науки должно быть у мастера. То есть с моих торговых путей, плюс еще каждый стратегический ресурс 3 науки. Из того, что я сейчас вижу, это 1, 2, 3, 4, но у меня 5, не 6, на каждом стоит житель. 7, 8, ну конечно, много. Ну и зря, если не стоит. 9, 10... Из того, что я вижу, это как минимум 10 клеток. То есть вот 30 науки вход. Вот вам, пожалуйста. Вы, комрад, будем сотрудничать или нет? Так, ладно, раз он... Это кто, африканец? Я был с ним, африканец. Нет, это мастер. А, Чунг-су. Ну, давай. Союз или сотрудничество? Сотрудничество. А там посмотрим на ваше поведение. Окей. Я отправил. Thank you.
Блин, опять не посмотрел, сколько мне до этого приносил. 6, 6, 8. Защита. Ну, защиту точно удваивает. Так, а торговые пути? Ну, вроде что-то больше стало. Да мне кажется. Вообще, по-моему, какой-то вау, я превысил количество юнитов, нифига себе. Надо быстрее, чтоб тут город. Так, мне пока надо завершить создание юнитов. Ксенопитомик, потому что 10% дает. Очень неплохая. 10% науки очень неплохая штука. Так, купол. Надо строить купол. Я не успеваю походить всеми. О, ушло, ушел штраф. Блин, я что-то нигде не могу ничего спереть. Your village was ever ruined by trade. Надо его. Блин, уже. Так, тут стан обработали.
Тут, кстати, вот от титана литейный завод будет очень неплохо. Кстати, кореец, что ты это, вот я тебе даю столько бесплатных ячеек, действительно, а ты со мной только один торговый путь ко мне отправляешь. Я могу отправить больше, если надо. Скажи, ну, сколько. Отправляй, конечно. Сколько путей дать? Ну, да не знаю, три давай. Хорошо, сейчас. Так, раз. Два. Ага, сейчас. И три. Через 9 ходов. Так, 5-3-2. Что у соперников? Your village was ever ruined by trade. Ни хао. Оля. 저와 협력하신다면 큰 힘이 될 것입니다. Так, а кто в союзе вообще с африканцем? Your village was ever ruined by trade. Только, собственно, мастер. Ладно. О, артефакт. Что даст? Не, пускай. Пускай болтается. Блин, подарю тебе мастер жука. Ха-ха, зачем? А это дает какой-то никол за помощью? Это чтобы у меня золото тратилось? Нет, просто больше, мне его дали на острове, видишь? А он на воду не может спуститься. Он не плавающий. Так хоть ты меня продать можешь теперь, например. Ну да, я продам его, пожалуй. Так, один торговый путь уже отправил к тебе. Еще два осталось. Ну ты видишь, сколько оно тебе сразу энергии дает, науки? 7 энергии, 3 науки. Ну, неплохо, по-моему. Да. Ну, внутренне выгоднее, конечно, плюс. Так,
Там в сумме он где-то 15, в среднем 16 дает. Кажется, тут выгоднее через внутренние пути играть, нежели внешние. Вы открыли гражданскую поддержку. Голоматрица. Еще один модуль экспедиции откуда-то у меня. Ладно. Все отправил. Что-то их слишком много. А, я еще настроил. Я даже больше, чем 3 отправил путя. Ну, отлично. Ну вот, я не пойму, вот смотри, из Уиму, да, ты отправил во Фриланд торговый путь. И я с него получаю больше науки, чем ты. Причем, что Фриланд – это моя столица. Значит, может, это связано с тем, что у меня больше изучено технологий. Да, но в других городах такого нету. Вот, например, Джибай во Фриланд, Джибай получает 3 науки, а я 1. Походу, это зависит от того, сколько производит науки город. Может быть, да. В общем, непонятно. Он явно что-то взял в умениях, в этой праведности, чтобы вот эти внешние по бонусам 3 науки иметь. Самый клевый юнит у превосходства. Звездный кодекс. Так, сиди тут. Понятно. Камрад ко мне запускает шпионов. Все ясно. Говорят, склад наук. Некрасиво ты поступаешь, камрад. Аж 22 один ход построили.
Тут биофабрика. Я все напоминаю, что у меня квесты есть. Так, 10 инопланетян, во-первых, уничтожить. Во-вторых, построить биофабрику. В-третьих, построить купол. Когда у меня там купол? 6 ходов. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampa, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Конечно, неплохие бонусы. И тут это не очень, а вот эти неплохие. Да блин. Блин, у меня город снесли. Офигеть. Кто тебе снес город? Инопланетянин. Кракен. Я что-то не заметил даже. Блин, офигеть. Город. Где город? Какой? Город. Да, а, все. Я офигеть. Понял, да. Может, аванпост? Не, город. С одного удара. Офигеть. Мне несколько раз чудом не снес город Кракена. Я даже не видел его. Откуда, блин, вся флот пошел туда. Так. Офигеть. Блин, сколько там жителей это было? Штук 6 точно. Ну вот надо внимательно, да, смотреть. А, я просто не думал, как-то, ну, блин, офигеть. Ну это жесть, конечно. Да, я представляю, когда соглашение на науку, это компенсат, это я тут начал тотальный джихад против инопланетян. Может, из-за этого? Ну, они, не знаю, короче, но это жестко было. Это было неожиданно. Офигеть. Ну, он мне тут предлагает поставить, чтобы до нефти дотянуться, но я, пожалуй, все-таки тут поставлю. Как-то поспокойнее. О, следующим ходом Маева станет городом. Отлично. У меня там юнит стоял в городе, я еще юнита потерял. Капец. Ну, у тебя и так слишком хорошо все на самом деле. Ты что это? Небось, Кицал на тебя наслал Кракена.
Там же видно должно быть, по идее, с этого игрока. Офигеть, капсула. Блин, я что-то еще глянул, я потерял... Сейчас скажу сколько. 36 науки. Мне тут город вкачивал. Да, потому что там у тебя каждый фероксид плюс 3 давал. 36 науки просто сейчас. Блин, это офигеть. У меня столько, блин, чуть больше всего науки, чем потерял. Да, у тебя кицал 42 науки вход. Как ты определяешь? Где это можно посмотреть? Что? Сколько на науки вход? Нигде. У игрока? Через шпиона, что ли, как-то? Нигде. Блин, это нельзя как посмотреть. Как посмотреть? У меня шпионы уже такие прокачанные, нереальные, интрига есть, но я не знаю, как в город зайти чужой. Да нажми на, блин, у тебя сидит шпион, смотри, открой, тайные операции. Открыл. Понятно. Придется без шпиона же играть. Так. Биофабрику можно строить. А что мы пойдем? Давайте пойдем в гармонию. Надо прокачать мои самолетики. О, у меня, походу, крашнулось. У меня цива крашнулась. Какой-то прям с ошибкой даже. Exception, excess, violation, in civilization, beyond earth, DirectX 11. Интересно. Один. 4 минуты. Чтобы город уничтожил Кракен, на аванпосты они атакуют инопланетяне, чтобы на города нападают. Я вообще не ждал, я просто... Я даже не знаю, у тебя зеленые инопланетяне были? Нет, у меня красные. А, ну тогда ничего удивительного. Не, я просто не понял, откуда он появился. У меня гнезд нету рядом. Просто неожиданно приплыл, так офигеть. Просто бац, и нет города. Я проморгал его как-то. Хотя гнезд нету рядом, странно. Сейчас куда два эсминца мои? Пойдут проведать. Блин, я тут такое придумал. У меня тоже приплывали кракены сюда. Я там по всякому юниту там подставлял. Меня не захватили, но пронесло. У вас что там с ходом заканчивается, нет? А, рассинхрон? Ну, видимо, рассинхрон. Теперь все. Так, сейчас надо изучить. Так, знаете что, пойдем по гармонии. В этом с маяком есть нюанс, я расскажу, я побежал. Запуск маяка стоит 1000 энергии, и пока ты ждешь, у тебя энергии прироста вообще нету. Ну да, да. Энергия типа уходит на... Боже. На маяк. То есть ты не можешь копить на покупку там. Блин, сейчас бахну это уравнение, когда посмотрю. Бахни, обязательно бахни. Ну, вообще три хода всего, вообще не стоит ничего.
Так, голоматрица готова. Так, а я био эту вот фигню, которую я там собирался строить, я ее строю. Биофабрика. Что дает? Плюс один производство. У меня хитин есть как раз. И нефть есть. Ну, биофабрика мне в тему. Так, здесь у нас торговый склад. Куда я могу экспедицию зафигачить? А вот куда? Что у меня тут вообще уже есть? Один чувачок. Что, давайте куда-нибудь сюда поплывем. Литейка тут еще добавит по два производства каждому титану. У меня тут Ричпорт будет крутым. Так. Голоматрица. Что мы тут обрабатываем? Так, как-то мы тут хреново обрабатываем, честно говоря. Не кучненько. Давайте вот в Ричпорт отправим лучше. О! Веселее культурка пошла. Китайцы, почему ты не хочешь с Африкой соглашение заключать? Стратегический ресурс. Потому что с них слишком хороший бонус идет. Ну, вообще-то, корейцы, которые на первом месте, ты их быстро заключаешь. Ну, я взял на производство бонус. Он кожу потерял. Мне жалко. Ну, да. Ну и производство я... Не, он все равно на первом месте. Не наука. Главное, у всех такие города, по сути, которые можно захватить за один ход. Вот это самое забавное. Все так развиваются, а потом войну объявят друг другу и за один ход и все, блин. Вот это, конечно, да, ну такой момент. Так, отличненько. Построить каменоломню. Блин, у меня вот эти задания построить каменоломню, у меня постоянно, не знаю, как я играю, у меня этих каменоломней, по-моему, две штуки вообще за все игры было в принципе. Какое-то неуловимое такое улучшение. Ну, камень не бывает такая тема, да. Ну, это очень редко бывает. Реально, я вот все вижу. Я вот даже сейчас просто смотрю на карте, я даже не знаю, где это, блин, где вообще камень в принципе есть. Слушайте, ну уберите шпионов из моего города, вы достали. Каждый раз одно и то же. Кицал, убирай шпионов. Ты мне об этом говоришь. Потому что у тебя шпион сидит в моем городе, ну.
У меня шпионы во всех городах сидят, не только в твоем. Да, во всех 36 на карте у тебя сидят шпионы. Ну, в столице в каждой, да. Ну вот, убирай из моей. Убирай, убирай, давай, давай, давай. Так мне сказали, мне в города заходить. Что я открыл эти тайные операции. Мысли, я вообще, блин, у меня сейчас, надо. У меня даже близко там не было сейчас тайной операции. Это кто-то другой тебе посадил шпиона, между прочим. А, все, я нашел, как смотреть. Ух ты, круто. Зеба, да? Да, сейчас вообще пойдет другая игра на другом уровне совершенно, ребят. Нам уже бояться? До этого все баловство было. Сейчас вы поймете. Интересно, я выполнил квест, и мне написали плюс 10% к уважению от дипломатических партнеров. Интересно. Типа подразумевается, что вы ко мне, вы меня уважаете. Я прям почувствовал, как я на 10% тебя больше уважать стал. Отлично. Так что все правильно. Значит, работает. Уважуха поднялась. О. Блин, и это еще не все. Уничтожить станцию Стэт Майнинг. Ну охренеть. Кого мы тут купим? Два передвижения. Сила 22. Тут 24. А бронетанк 18. Блин, но... Черепашка хочет вынести меня, такое ощущение. Какая черепашка? Ну, черепаха, которая с нами играет. И так люто город свой вот этот зубери поставил. Прям в упор к моей границе. Вообще этот город в трех клетках от моей столицы. И вообще что ли? Не, понимаю, но... Блин, ну так стоит. Ну это все равно странно. А зачем его сюда ставить? Тут нет ничего. А тебе не приходило в голову, что не броня таким образом? А тебе не приходило в голову копье? Да я чувствую, что меня сольёт в игру. Блин, ну как-то я даже не знаю. Мне это вообще не нравится. Этот город офигеть просто. Просто я не люблю воевать. Ну и город не нравится. Не мою. Что тебе больше не нравится? Воевать или когда ты не любишь город? Надо как-то решить для себя. Летают? Долетает, отлично. Ну что, может попробуем тогда инопланетян повалить? Мне 10 штук надо убить. Их убил.
тут были инопланетяне, я помню. Надо их мочкануть. Так, вот таким макаром он вряд ли у меня может просочиться. Комрад, предложение тебе кину о сотрудничестве. Опять у меня превышен лимит на юниты. Вот, блин. Так, а у меня ж в Маево бегает... Блин, тварь компьютерная, пока я вылетал, судя по всему, отправила караван куда-то. Да. Так, ладно, какой тут кончится побыстрее... Так. Денег у меня, конечно. Так, теперь умение надо принять. Политическое. Здоровье, культура. Двенадцать очков за каждое соглашение. Если 5 соглашений, то 60 очков культуры. Маловато. Боевые юниты получают опыт быстрее. О, дополнительный доход от международной торговли. Вот это неплохо. Просто непонятно, черепаха, ты же мог бы там армию держать просто и все, зачем туда город ставить вот в это место для защиты? Это странно очень. А где он? Что не нравится, ты решил город поставить, ты поставил на трех выше, и еще теперь мне здесь рядом моей столицы указываешь, что строишь, что не строишь. Ну это не только твоя столица, здесь и мой город тоже рядом находится. Каким боком это украшает твою коробку? Пол. Это... Если ты тут город поставишь свой, сюда ты можешь спокойно атаку начинать, так, например, истребители сюда натаскать. Хотя, в принципе, ты в столице истребителями не кидаешь. Я истребителями могу любым городом город тебе напасть. Ну, в принципе, да. Так, а где тут наверху? А вот. Так, сколько мне там биофабрику я строю? Каменоломня фиг знает, когда будет. Уничтожить станцию стат-майнинг, этим я займусь. И... О, 9 инопланетян. Еще один остался. Зашибись. Маеву. Ну, сразу веселее пошло.
Так, фабрику. Ну еще вот тут можно фабрику построить. Так, теперь надо юнитами заняться. Юнитов я настроил что-то дофига. Что-то психанул. У меня теперь минус. Так, ранги. О, фероксид. Ну, голоматрицу. Надо уже достроить, и тут фероксид, обсерватория, ладно. Ну, вроде все. Так, что тут у нас инопланетяне? Так, сейчас тут все, задание выполнено. 86 культуры, 114 науки. А нормально. А пока ваш агент убит. Да, и у меня раскрыт тайный агент АПК, правда, агент бежал. Да, Кицал, все понятно. Что понятно? Мне все понятно. Так, куда я тут? Куда я тут плыл? Так, голоматрица. О, пропала. Пропал штраф, я имею в виду. Я не могу сюда... Блин, этот... А долго он еще? Осталось 9 ходов. Все, харе. Так, при этом приму покупку... А, так я уже принял. Затраты на приобретение юнитов минус 20%. Так я могу самолетики-то прикупить.
Торговый склад, один ход. Подождем, может. Авианосец можно прикупить. Авианосец я, пожалуй, и куплю. И можно будет следующим ходом перекинуть. Через один ход можно объявлять войну африканцу и выносить его. Как-то он тут... Ну, в общем, у него тут не задалось развитие. Явно. Так, восьмой уровень гармонии. Сначала возьмем... Каждый город получает производство. Самолетики прокачиваются. Отлично. О, девятый уровень. Это очень здорово. Да, вот сюда можно отправить покопаться. Блин, опять не долетает. Что ж, слабенько пока самолетики у меня, конечно. Так, здесь можно купить 3 конвоя. И построить шпиль разрыва. О! Вот это очень плохо. Вот это трындец. Тут вообще уже и забыл, я смотрю, кореец про гнездо инопланетян, который он собирался разграбливать.
долетает. 7 клеток. Ну, видите, он может убить, но, слава богу, город не захватит. А может, даже и не убьет. Я уже более-менее есть сила. Давайте-ка купим. Так, тритон 36, стерегущий 30. Давайте подлодку купим. Что тут? Самолеты. Перекинем на авианосец. Странно. Ну, давайте смотреть, что будет Кракен делать. Да, не убил. Очень хорошо. Так, а где тут гнезда-то? Тут больше нету гнезд. Надо в Джимбумбе какой-нибудь наземный юнит купить и... ...24, бессмертный 30. В Магане. Слушайте, а кто тут в Магане до пятого довел интригу вообще? Пятый уровень интриги в Магане. Ну, там несколько шпионов сидит, наверное, от разных наций, вот и все. Почему? Я не могу перекинуть. Ну что, только один этот несет. Что-то непонятно. Ладно, наверное, пора атаковать. Thank you.
Слушай, мастер, переведи, пожалуйста, отношения с африканцем в сотрудничество. Ну а почему? Что случилось? Я ему войну собираюсь объявлять. Понятно. Интересный расклад. Мастер. Я перевел сотрудничество. Странно, все равно. Мы с тобой в союзе. А, точно, да. Все правильно. Я могу мир с ним заключить. А если я заключу с ним мир, то ты, Лёш, тоже заключишь с ним мир? Нет. А, ну давай тогда мириться. Я кинул это предложение о мире. Я думаю, там быстро заберут африканцы. А еще он украл мои кораллы. Карл, это ты? Давай я сотрудничество кину. Нефть. Нет, тут биофабрика не нужна. Ну, еще один инопланетный артефакт. Слушай, китаец, а ты не хочешь союз заключать? Комрад. Против кого дружить? Не, ну чтобы соглашения у нас мощнее работали. Чё, и так мощное соглашение. Ну, я хочу его еще лучше сделать. Поэтому и спрашиваю. Уже будет несправедливо к остальным участникам, которым я вообще не даю соглашения. А, ну все, окей. А продашь мне заповедники? Нет. А интеллектуальную энергосистему? А это что, надо посмотреть? Это доход увеличивает энергию на 4% от запаса. Не-не-не, слушай, это вот ни в коем случае Китай не давай. Это такая имба на самом деле. Там будет энергия? Да, 4%? В итоге под... Да, это в итоге у тебя под 1000 будет перерост. Я как-то так пытался сыграть. Это вообще жесть. Ну, 1000 вход будет у тебя под конец. Чтобы была 1000 вход, это сколько должно быть накоплено? У меня еще 800, например.
Да там все это постепенно накапливается, и всякие же, помимо этого соглашения... Не, помимо этого соглашения, видишь, у тебя есть еще же так, социальная политика такая есть. Ты можешь принять, ну, в этой промышленности. Да я не открою уже ничего, я соглашения пока заключаю одни. У меня мало входа делать. Я же не прокачаю. Ну, блин, вот еще вход я еще не прокачаю. Это вообще крутая штука. Это жесть. Просто не верится даже. Ну да ладно. Черепаха, ты продашь мне заповедники? Или... Сейчас еще посмотрю, что тут есть. Ну, социальную защиту, в принципе, могу тоже купить. Что-нибудь из этого. Пять у меня юнитов дофига. Саля, ты будешь со мной союз заключать? Сотрудничество только. Союз опасно заключать. Блин, я тут настолько настроил юнитов, что у меня штраф пошел. Я вообще в Бентерс впервые такое вижу. А, ну у меня почти в каждой игре такое бывает. Могу сейчас что-то собрать. Ну, почему нет? Так. Специально тебе сотрудничество предложение кинул. Угу. Примешь? Да. Да, не густо, не густые тебе предложения. У меня на шпионов там в основном. Спецоперации продашь мне? Да. Thank you.
Там, мне кажется, город зря захватил. Ну, то есть его сейчас могут отбить, потому что это он уже приплыл так? Не знаю. Тут у меня сила... С ракет, то есть не так-то легко будет этот город брать. Стрелы все по чудесам пошли. Там несколько ходов было, я подумал, почему бы нет. Так вообще как бы не стремился ничего строить. Двести тридцать.
Интересно, а кто Леша заповеднике-то сейчас отдал соглашение? Или это заповедник по 4 колбы? Нифига себе, а как ты, а как может быть по 4 колбы? А, наверное, в здании. Где, что? А, не, по 3 колбы. Мне показано, что тебе по 3 колбы на стратегических ресурсах. Неправда, у меня одна колба. Странно, а что это за... Почему где? Так? Где показывают? На всех. Ну конкретно, по назови одно место, ну что на всех? Ну, ты не можешь видеть все. Ричпорт. Ну, я в тумане, но я вижу, сколько, где какой выхлоп. А, это туман, это может быть старые данные. Да, да, вот посмотри, вот у тебя вот были. У ИМУ, например, вот ты ж видишь нефть. У тебя конкретно нефть видна. Она пустая. Да, вот что заметил. А что ты фероксид не обрабатываешь себя? Он обработан, почему? А, это он так обработан? Странно. Не, он не обработан на джимбуме. Значит, не все еще обработал. На этом пока все. Для того, чтобы успеть до начала Нового года, я буду стараться выкладывать серии каждый день, но если вдруг все-таки у меня будут проблемы тут с загрузкой, то через день должна появиться серия. В любом случае, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.